Как разговорить собеседника, найти эксклюзивную новость, уверенно держаться перед камерой. Об основах журналистики говорили на форуме-тренинге «Жас Калам». В этом году в его программу добавили тему социальных сетей и блогерства. Форум молодых журналистов пройдет в 7 регионах Казахстана. Петропавловск – третий город в маршруте спикеров. Что интересного узнали студенты, расскажет Айгерим Мукашева. Стать брендом и продвигать себя в социальных сетях. О возможностях Инстаграма, Фейсбука и Телеграма рассказывают на форуме североказахстанским студентам. Стать известным и зарабатывать на рекламе или продвигать свою продукцию. В любом случае, если хочешь успеха в интернет-пространстве, над своей страничкой придется потрудиться. Порядка 3,5 миллиардов человек в мире имеют аккаунты в социальных сетях. Получается, каждый второй житель Земли. Конкуренция серьезная. Выделяться и быть интересным хотят все. И это все также прослеживается и на уровне государственных органов, да? То, как развиваются наши акиматы, как министерство выходит в социальные сети, и обратная связь с населением, она увеличивается. И в связи с этим мы считаем необходимым, чтобы молодежь именно, она тоже вовлекалась не просто в какой-то развлекательный, увлекательный контент, да? Но чтобы это был достаточно такой образовательный, познавательный контент, который будет касаться, возможно, их профессии. Привлекающий внимание заголовок, лаконичный и понятный текст. Еще лучше видео. К 2021 году его количество увеличится в 2 раза и займет 80% всего контента, говорит Акерке Берлибай. Сейчас самая успешная подача материала – видео с короткими и содержательными субтитрами. Такое смотрят и на парах, и на заседаниях. Как вы оцениваете состояние отечественных дорог на сегодняшний день? Мы знаем, что Казахстан находится в аутсайдерах в мировом рейтинге, занимая 106-ю позицию из 140 стран. Как вы можете это объяснить? Каверзные и злободневные вопросы Мульдар Абдуалиева задает чиновникам, бизнесменам и даже президентам. За каждым интервью стоит тщательная подготовка. От фондовой биржи до правил игры в бейсбол журналист должен уметь поддержать любую беседу. Об этом Мульдар Абдуалиева рассказывает тем, кто хочет работать в СМИ, но еще не нашел свое место в медиапространстве. Не просто подставить микрофон, а быть экспертом и знать ответы на вопросы, которые волнуют общественность. Но главное правило любого журналиста – давать только достоверную информацию. Если ты где-то выдал неправильную информацию, неправильную цифру, это все грозит судебными претензиями. И поэтому ответственность на корреспонденте гораздо выше. И, соответственно, драйва, адреналина тоже больше. Я считаю, что журналист должен уметь писать все. Более того, журналист написал материал, он должен следить за этой темой. Петропавловск – третья остановка в маршруте форума-тренинга для молодых журналистов. «Жас Калам» в этом году пройдет в 7 городах Казахстана. Айгерим Мукашева, Жолдасбек Ермуканов, Новости МТРК.